Итак, дорогие друзья, в прошлом видео мы говорили с вами о том, что нужно качественно грунтовать стены, поверхность. Вот. Как это правильно делать, сейчас наглядно хотел продемонстрировать, то есть с помощью валика. Валик у меня маленький, такой вустровский. Вот. Но в принципе принцип будет понятен. Вот. Самое главное, как говорится, техника нанесения хотел показать. Вот. На примере такого маленького откоса. Вот основные ошибки, которые мы допускаем. Вот и некоторые нюансы. Вот. Ну, обычно как все происходит. Промакиваем. Проходим. Следующее. Чуть-чуть с перехлёстом проходим. Обычно вот таким образом. Если так условно. То есть пропитывается у нас где слой на слой. Вот, грубо говоря, мы создаем условное полосение, когда будем наносить краску. Вот. Что нужно, как нужно правильно? Нужно вот после такого нанесения потом наносить между. Вот таким образом. Вот, и это еще не все. То есть на самом деле это длительный процесс. Вот, и как вот вы видите, я это делаю под прожектор. Вот, что-то наподобие. Вот, еще обратите внимание, когда у валика есть один конец, который оставляет след, другой нет. То есть вот этот конец, который слева, нужно с помощью его уходить на нет. Таким образом. Вот, если в другую сторону, то могут быть следы. Потому что здесь мы сильнее давим, потому что ручка упирается. И может быть потек, если тем более валик у вас недостаточно сухой. Вот, то в этом отношении, если мы вот так идем, то получается более однородно. Вот обязательно проходите таким образом. Вот, с помощью прожектора подсвечивайте, смотрите, чтобы была однородная поверхность. Вот такие вот небольшие волны, это не страшно, так как мы проходим в два слоя. То есть при первом нанесении вот, все равно стараемся, чтобы их не было. Вот примерно так должна выглядеть загрунтованная поверхность. Вот. И еще раз повторю, разбавляем грунтовку в два раза вот, и наносим в два слоя. То есть таким образом мы будем, поверхность будет более однородная. При высыхании первого слоя второй слой наносим таким же образом. Вот, и тогда будет у нас поверхность готова одинаково по впитываемости. Соответственно, краска на ней будет ложиться однородно, без бликов, без полос, самое главное. Потому что у валика основная проблема – это полосение. Когда мы наносим краску, вот которую изначально я показывал полосы, чаще всего они проявляются. Ну, в принципе, такое небольшое видео. Вот. Немного практики. Спасибо за просмотр.